Стадионные концерты «Монатика» и «Макса Коржа» принесли убытки коммунальным службам Одессы. В совокупности только с концерта «Монатика» город вывез около 60 тонн мусора за собственный счет. Отмечу, что после двух мероприятий, организованных на спортивной арене «Черноморье» с разницей в одну неделю, от газона почти ничего не осталось. Оба концерта посетило порядка 80 тысяч человек. Все последствия, оставленные посетителями, пришлось разгребать одесским коммунальщикам. В мэрии заявили, что необходимо в срочном порядке выяснить отношения с дирекцией стадиона, организовавшей концерты, так как компания, цитирую, «добросовестная, но планов развития Черноморца не только в качестве концертной площадки у них нет». Напомню, в мае прошлого года спортивный комплекс продали за 193 миллиона гривен. Новым собственником объекта стала американская компания All Rise Capital.